Всем-всем-всем. SOS. Help. Рок-н-ролл просит помощи. Помогите спасти человеческую жизнь. 32-летней Ксении Щеголь срочно необходима пересадка сердца. А ее 10-летнему сыну очень нужна живая мать. Карта Приватбанка. 41-49-49-78-32-09-39-77. Более подробная информация по телефону 095-042-70-12, 063-517-13-80, а также на сайте Риа Дельта и в Facebook Василий Габин. Уважаемые одесситы, дорогие мои рокеры, я знаю, у вас доброе сердце. Ксюша держится, но ей очень нужна наша помощь. Берегите сердце, и не только свое. Торговельний центр «Мегадом» – мега-можливості для вашого будинку. Довершеність сучасного дизайну, комфорт зручного керування, бездоганна робота двигуна, надійність розумних технологій, «Хаусфіт» – тренажери для дому. 9 причин. 10 причин покупать плитку, сантехнику, ламинат и обои в салоне дому с керамика на Гайдара 11. Причина номер 1. Самый большой выбор. Керамической плитки, сантехники, ламинат, паркетной доски, обоев под одной крышей. Так много. Для тех, кто любит сон, итальянские матрасы Magniflex. Ждем вас на Канатной 57 и в торговом центре Мегадом. Торговельний центр «Мегадом» – мега-можливості для вашого будинку. «Хаусфіт» – тренажери для дома. Help!
Всем привет, вы смотрите «Рок-н-ролл», и сегодня в эфире первая после трехлетнего кризисного отпуска программа «Рок-н-ролл». И причиной нашего возвращения – это приезд группы «Rage» и легендарного Питера «Пиви» Вагнера в славный город Черноморск, он же Ильичевск, и в нашу Одессу. Сегодня в «Рок-н-ролле» в рубрике «Из первых рук» группа «Rage» и Питер Вагнер. Hi, Питер! Hello, everybody! Welcome to «Рок-н-ролл». You know my friends over here? This is also the group or age? Vasily? Hello, Vasily. Vasilisu. Vasilius. Vasilius. And Martito. Choska. Marcos? Marcos. У нас есть такая поговорка: снять шляпу – это предел уважения. Я хочу снять шляпу с надписью «Rock'n'Roll Forever» и сказать Питеру Вагнеру спасибо за то, что Rage сегодня есть, и за то, что он сохранил эту группу. Спасибо, то же самое можем сказать и вам. Было здорово приехать сюда, в Украину, и выступить для вас в этом клубе. У вас просто отличная публика. Ребята, вы монстры. Вы лучшая группа не только Германии. Вы сегодня одна из лучших групп не только Европы, в мире. Я отдал всю свою жизнь рок-н-роллу и буду делать это всегда, покуда жив. Рок-н-ролл – это часть меня, и он не может быть без меня, без Пиви. Так же, как и я не смогу без него. Это большая часть меня самого. Мы вместе уже много лет, мы друзья, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом или топтаться на месте. Мы будем продолжать играть, сочинять новые песни и покорять новые вершины.
they told me you had died. Now the future's not our side. If I could have stayed and could have now turned the other way, my bed we were smashed, our lives were torn apart. They can't kill me 100 times, I'm love to blame. I didn't turn and stay when we were old. Come on! Once I fell in love with you, now I can't stop feeling blue. Will I ever be the same? Free me from this crying shame. Yeah! You won't find me. Сейчас такое время, что старые рок-музыканты, старая школа, 60-е, 70-е, они уходят. 31 января умер Джон Веттон. Кейт Эмерсон, Боуи. К сожалению, наши ряды изрядно поредели. Это прискорбно, но что делать, это жизнь. Все, кого мы сейчас вспомнили, либо достигли преклонного возраста, либо расплатились за ошибки своей молодости. Я думаю, достаточно об этом. Пока есть молодая кровь, вот такие ребята рядом с тобой, рок-н-ролл будет жить. Да, я с удовольствием скажу несколько слов о моих друзьях и коллегах по группе. С Лаки мы знакомы почти 20 лет, еще с 98 года. Ему тогда было всего 15. Ему очень нравилась моя группа, и он как-то попросил научить его играть на барабанах. Ну вот, научился. И теперь грохочет в Rage. Так что мы очень давно дружим. Да и с Маркусом мы друзья уже много-много лет. Мне было всего 15, когда музыка Rage и этот сумасшедший напор снесли мне башню. Можно сказать, что я рос вместе с музыкой Rage. Поэтому Rage для меня – это основа основ. И для меня большая честь играть в этой группе.
was for me one of the most important influences in my life. My old school music. I grew up with Rage. When I was... Я тоже вырос на музыке Rage. Они с детства были моими кумирами. Reflection of the Shadows, Missing Link, Trapped. Rage. The real Rage. Real Rage. This is also from coming from the 80s. And it is called Don't You Fear! Don't You Fear! Два раза Питер с нуля оставался один. Его предавали, бросали. Он оставался один. Год приходил в себя. За все эти годы, если сегодня собрать лучших музыкантов в составе Rage? Хороший вопрос, но я, наверное, буду предсказуем. Для меня сейчас действительно самые лучшие – это они. Маркус и Василиус. Лучшие, потому что я играю рок с друзьями. Именно. Не с коллегами по группе, а с друзьями. Они, так же как и я, завернуты на Rage, и нам просто в кайф все, что мы делаем. Нам не нужно о чем-то долго договариваться и часами репетировать, не вылазить из студии. Все получается легко и само собой. Это не те профессиональные отношения, которые были в группе раньше. Сейчас все по-другому, потому что мы семья. Я счастлив, потому что нам легко и здорово вместе. Я не парюсь и не напрягаюсь, я просто играю рок. Мы любим Пиви, мы любим наш Rage и то, что мы делаем вместе. Я чувствую себя легко и уверенно рядом с Пиви и Маркусом. So now my time has come. I will be dead and gone from the earth face. It is my destiny. This time I cannot flee from this cruel fate. A life before my eyes. But I must pay what I must pay. A pocket full of lies. Like a little weary hair. All I live is me. And I know we're gonna pay. Hey! Higher than the sky. Where? Higher than the sky, sky, sky. Come on! Hello everybody, I am Pee-wee Wagner from Rage, and I'm especially here on the program for rock and roll. Well, we're gonna play some nice stuff on your choir, okay? Good to see when I'm in. It's gotta get away on the diver.
Настоящий подарок фанатам. 24 апреля. Филармония. Легенда британского рока. Группа Uriah Heep. Заказ билетов 772-2030 и во всех кассах города. Официальный авиаперевозчик, авиакомпания номер один в Украине, Международные авиалинии Украины. Встречайте, группа Uriah Heep в Одессе. Размещает Маристелла «Морская резиденция». Угощает ресторан «Зебра» на 10-й станции Большого Фонтана. Информационные партнеры «Рио Дельта» и «Рок-н-ролл ТВ Проджект». Живой звук! Sweet little girl.